Даниил Котельников потрясающим дальним ударом. Великолепный гол забивает «Спартак» из Нальчика. Ну теперь «Химик» с мячом начинает атаку. Котельников будет пробивать. О-хо-хо-хо! Вот это пушка! Вот это выстрел! Даниил Котельников потрясающим дальним ударом сокращает отставание. Рекомбинирует футболисты гостей. Можно бить поворотом, удар! И какой голешник забивает Родина. Смотрим, как это было вот здесь. Только момент удара. Кто-то попробовал накрыть эту попытку Дани, но безуспешно. Борьба, булочи. Гамзатов борется. И вот момент удара. Великолепный гол забивает «Спартак» из Нальчика. Отличный обводящий удар. И Джамбулат Кумыков отправляет мяч в верхний левый угол. Неберущийся удар левой приложился. Кумыков. Вот он. Ой-ой-ой, снял паутину. Разыграли, пробили, шикарный мяч. Боже, как классно сейчас на стандарте сработал коллектив из Екатеринбурга. Красивый мяч получается забить. Давайте смотреть повтор. Очень на коротке разыграли. Но к этому все шло абсолютно. Зенит прижался к собственным воротам. Тоже отвечая на вопрос, я это говорил. Эту задачу как-то решить. Какой удар шикарный получается сейчас. Просто невероятный Аркадий Симонов. Ну, знаем мы его, царь, пушку левую ногу. И сейчас зарядил от души. Когда мяч на ногу попадает Симону, вот так на левую, на его рабочую, залетает, будь здоров. Смотрите, как Теленков, капитан команды, здесь так поддавливал соперника. От лучшего игрока Августа Наговицына мяч был адресован